поздоровайтесь, бесстрашные летуны. Будьте здоровы. Это самое важное упражнение. Главное не место назначения, а сам полет. Я купил билеты в Исландию. Экзотика, верно? На кусок вулканической породы в Северной Атлантике. Дэвид, вернитесь, вы же бесстрашный летун. По прилете мы подождем пару часов, после чего вернемся домой. Я не боюсь летать. Тогда что вы здесь делаете? Это из-за Алфонса. Он так боялся, что мне пришлось пойти с ним. Какого хрена? Дамы и господа, предлагаю вам ознакомиться со спасательным оборудованием. Достаточно, чтобы какая-то птичка угодила в двигатель самолета. Хэштег авиакатастрофа! Только что я пережила самый страшный полет в моей жизни. Наш рейс задерживается на 9 часов. Была обнаружена частичная поломка в одном из двигателей. Для нас организовали спа-отель, чтобы собраться силами и подготовиться к вечернему полету. Лететь вечерним рейсом – это самоубийство! Мы улетим вечером, независимо от того, что решат остальные. Если ты хочешь летать, расправь крылья! Я чувствую себя такой живой! Я хочу домой! Сэр! Я в чертовой снежной пустыне! В Лондоне немного туманно, так что... О, да, это все выглядит туманно. Бесстрашные летуны.